снимает. Опа. Нет, вид сбоку, вид справа, вид сзади. Ну, выбрались на трейл. Который рейл-трейл, где раньше здесь ездили паровозы, теперь будем ездить мы. Вот, мы начали где Каледон Ист, вот здесь, и уже проехали до сюда. А нужно вот сюда или сюда. Ну, короче, еще 5 километров до Палгрейва. А еще главное, когда первый раз на этом трейле был, я не знал, что он рейл-трейл. Я так думал, что он такой ровный, нифига себе. Такие насыпи ради байка, да, нифига себе. Там... Следующую сверху можно будет исследовать. Я, честно говоря, боюсь туда ехать сразу. Дима, оп, и пропал. Не надо. Да. Я. Нам еще ехать. Ну, еще сколько ехать? Половина. Ровно половина. Вот. Вот тут начинается. Да, может уже идти надо? Пошли. Хорошее небо. Проехали Палгрейв. Это не указано, короче. Понятно. 54 километра. Ну где-то так, я так понимаю. Может быть, я, конечно, и не прав. Старается дядя. Что, покажи боевое ранение. Ну и что? Очень нужно. Мне все лето болело. Мы поедем на BMX трек, где я с папой, где я с папой нашел. Можно? Ну конечно можно. Давай. Давай мы. Не, ну хоть завтра нет. Следующую субботу. Вот. Видишь, Миша сам решит. Нам бы хоть сегодня доехать.
Уже не снимай. Уже все. Уже не снимай. Одну точку уже сделали, Иван. Сколько надо проехать? 16. Ну, уже 15. Ой. 16 точек? 16 дорог. Не знаю. Ну, да. Снимаем место достопримечательности. О, какая! Мне нравится. Не надо, Саша, это будет далеко. Спалил уже? А ты чё? Возмещу потерянную ущербность. Ну, мы как бы и не собирались. Финиш. Во всех смыслах. И вот буквально всего-то 5 часов назад на этом самом месте. Полный сил. Мы проехали 5 километров. Да. И Миша идет. Да. Молодцы. Да уж, молодцы. Да. Я и сейчас снимаю мультфильм. Да, можешь его прислать нам? Хорошо, пришлю. Ты я сделаю питание. До новых встреч. Слушайте, все. Чтобы эта встреча была не скоро, но почаще, да. Но не сильно скоро. Ну, может быть, другого что... маршрута. И можете на велосипедах, да. Пока, Саша. Ну вот, уже иду домой. Ho, 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 ho.